have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Марианна у нас спрашивает, тут кто-нибудь есть? Блин, ведет себя как обычно студентка из обычного хоррора, хотя, ну ты же представляешь, что тут есть призраки, все дела. Ладно, у нас радио, радио... так, это... Ага. В общем, грешники будут прокляты. Радио. Мэри! Мэри! Анна! Рада, sure. Что ты okay. В порядке. Sadness? Печаль, это ты? Is that you? Are you okay? С тобой все хорошо. What was that что thing? Это было за существо? Hello? Эй! Find. Найди! Richard. Ричарда! Ричард? Ричард? No, sadness. Нет, печаль, еще по имени человек по имени Томас. Томас? Who's Richard? Кто этот Ричард? Day room. Комната отдыха. Day room. Комната отдыха. Попади. Следуй за печалью, попади. Are you trying to show me the way? Че, пытаешься показать мне путь? Я хотел сказать, что ж так темно-то стало? Темно стало, потому что я там провалялся весь день, да? Так, получается, мне нужен какой-то болторез. Наверное. А вообще, комната отдыха где? Я подзабыл. Где тут у нас были указатели? Ну, не указатели, а таблички. Чего не могу туда зайти? Там же нет стекла, ну... Так, плакаты, все это мы видели, все это хорошо, все это здорово, красиво. Я что-то не пойму, почему бежать было не выходом. Эта штука за тобой явно не побежит. Ага, лифтом я пользоваться не могу, спасибо. Так, это мы видим... Ну-ка, это... Нет, погодите, вот это. А, это вот оно и есть, понятно. Это мы все видели, с вами читали, все отлично, все хорошо. Игра, не лагай, пожалуйста. У тебя не те ресурсы, чтобы так лагать. Пожалуйста, давай-ка успокойся. Так, ты меня сюда зовешь? Пока у меня нету сплитскрина, я не могу вызывать свой духовный образ. То есть имеется в виду, что пока игра мне не даст возможность что-то сделать, я сам ничего сделать не могу. Я могу использовать интуицию чертову, которая в большинстве случаев является просто бесполезным шлаком, которая проявляет себя в самых неожиданных местах, и только когда игра тебе типа намекает на это. Так, ладно, Day Room, это у нас где, пожалуйста? Пол, элевейтор. Погодите. Сауна. А, day room это 7. Это 7. А первое это вход. То есть прямо напротив входа. Получается. Это мы видели? Видели. Вот у нас вход. Day room получается вон туда. Нет. Нет. Стоп, погодите. Day room это туда. А, спасибо. Очень любезно с твоей стороны. Чёртово привидение. Погоди, я тут сначала все обшарю. Хотя, ну блин, я уже начал потихонечку привыкать к тому, что шарить здесь бесполезно. Игра пустенькая, к сожалению. Так, ну-ка. Отдых на природе вместе с семьей. Wiz 940. Family time. Круто. То есть можно вот так вот где-то увидеть какой-нибудь постер, какой-нибудь плакатик, но... О! Хотя, ну-ка, вот это интересно. Оно постоянно мне снится. То место. Кругом прах и смерть. Мою душу разрывает пустота, я просыпаюсь от нехватки воздуха, будто прах прожигает мои легкие. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Он говорит, что ничем не помочь. Но что еще от него ожидать?
Знаете, меня это потихонечку начинает утомлять, потому что оно вырвалось, оно идет. Он говорит, он это, она сказала. Блин, ну дайте немножечко конкретики, я уже начинаю потихонечку запутываться, сколько здесь всяких он, она и оно. Хочется немножечко лора, хочется там, ну... Не знаю, как-то... Привет. Ровно на меня смотреть не хочет. Как бы я ни пытался выставлять камеру, отворачивает голову, или даже если не может отвернуть голову, просто отворачивает глаза. Такой легкий способ сказать: чувак, ты мне противен. Хорошо. Комната отдыха. Самое безопасное место для ваших детей. Нива. Ну да, ни одним из этих кубиков нельзя выколоть себе глаз. Хорошо. Ну, что ты мне скажешь? Ладно, и что теперь? Я где-то болторез найду? Ну, она меня явно ведет. То есть сам я тут ничего такого не накопаю. Мне просто открывают двери, мне говорят, куда идти. Кроме того, что меня призрак ведет, меня еще чертова замкнутая камера ведет, потому что я не могу осмотреться. Сначала Томас, потом Ричард. Я сама не понял, как начала гоняться за толпой незнакомцев. Но, по крайней мере, печаль все еще была рядом. Я не доверяю этой печали вообще ни разу. Во-первых. А во-вторых, то, что ты бегаешь за мужиками, это твоя проблема. Так. Дайте мне болторез. Почему-то у меня болторез очень сильно ассоциируется с Resident Evil. Ну, то есть там эта штука была незаменимая до определенного момента. Это бассейн? Ну, по крайней мере, выглядит как... Ну, а сохраняшка прошла, спасибо. Ты это сегодня так уже поползала, не... Ай, блин. Ну, тихо, ну зачем? Зачем ты лезешь в места, из которых ты не выберешься? О, кровяка, привет. Что это? О, оно тут повсюду. Сколько людей здесь погибло? Как бы тебе это сказать-то, а? Я вот не знаю, если вот это вот в конце концов выльется в расследование какого-то массового убийства, и почему это здесь все произошло, было бы интересно. Но если массовые убийства здесь будут какой-то второстепенной историей, а главная история будет связана как-то с нашим... С нашим персонажем, то даже как-то не знаю. Если это все смогут грамотно переплести, будет еще круче. Ты же вниз не будешь спускаться? Не будешь. А пролагивать будешь, да? Хорошо, хорошо. Так, а чисто теоретически я могу упасть? Ну, это спуститься вниз, погодите. Я практически уверен, что это спуститься вниз. Там дождь идет. Баллоны, кровяка. Нас настойчиво просят спуститься вниз. А мне интересно, вот... А, парапапап, что такое? Что это такое? Что это такое? Милиция. Сиделка, она это сделала, она убила их всех, она будто была одержима. Вы что, хотите, чтобы мы занесли это в протокол? Я сам все видел. Сиделка? Ну как? Почему? Ну, why? Что-то мне немножечко сомнительно, что сиделка смогла перебить столько народу, и никто не смог ее остановить. То есть, с чем она должна... Так, ладно, мне нужно спуститься, и мне есть проход туда. Я вот думаю, что у нас будет являться основной дорогой. Основной дорогой, наверное, будет проход являться, да? Я вас понял. Давайте спустимся в бассейн. Я надеюсь, что я смогу из него выбраться. Пожалуйста. То есть, я в любой момент могу выбраться. Хорошо. Вот тут у нас... есть, поэтому... Давайте на чистоту. Это дело проблемное.
Начальство хочет, чтобы его закрыли. Я хочу, чтобы его закрыли. Вы понимаете, насколько ваши показания все осложняют, товарищ? Да, я понимаю. Есть вещи, которые нельзя просто закрыть. Они отпечатываются, они повторяются. Ну что же. Сиделка была одержима. У нас есть сиделка. Хорошо, давайте немножечко сопоставим факты. Был некий чел, который здесь находился какое-то время в санатории. Сиделка в него влюбилась. Он собирался выписываться и говорит, что это не больше, чем дружба. Грубо говоря, сиделка с ним что-то сделала, чтобы он здесь остался, потому что он стал инвалидом. И что? Ну вот, дали мне пункт обзора. И что? Я здесь что-то могу увидеть, что-то могу сделать. Зачем я здесь? Спасибо. Вот это местечко, мне кажется, я бы иначе сюда не попал, да? Или... Ну, грубо говоря, да. Но опять же, зачем я здесь? Я не могу пройти сюда. Не могу пройти сюда. Не могу залезть наверх. То есть мне здесь дали местечко, чтобы я мог забраться и что-то посмотреть или сделать. Но здесь нет никакого действия. Это крайне глупо, на мой взгляд. Не знаю, вот в таких вот моментах игра очень сильно проседает именно по качеству наполнения геймплея. И очень жаль. Точно больше ничего нету. Я тогда там заберусь лучше. С самого начала, когда ты в ней играешь, есть такое ощущение пустоты, как будто не доложили чего-то, как будто вот могли заполнить тут, могли заполнить там, но этого нету. Есть постоянное ощущение недосказанности. Так, есть вот эта фигня, которую я могу подвинуть. Зачем? Причем могу подвинуть только в одну сторону. Зачем? И действие исчезло. А, и забраться я на нее тоже не могу, кстати. А... Я вообще сейчас не понял, что произошло. Лезь, правильно, лезь в темную дыру, в заброшке, в развалинах. Лезь, да, давай. Вот тут где-то, щупай. Давай пощупаем. Чьи-то шмотки, давай посмотрим. Зажми нос. Старайся не смотреть на них. Чем раньше закончим, тем раньше уедем отсюда. Вот это я и не хотел, и я не хотела бы знать. Ну, просто массовое убийство здесь было. Ну, как бы, я понимаю, что это не просто, но это просто массовое убийство. Трупов тут не осталось, тут остались только их спектральные эхо, призраки. Какой-то монстр, возвращенный на этих призраках. Так, это я могу обратно свалить. Вот это реабилитационные ванночки, я так понимаю. То есть люди с проблемой двигательно-опорного аппарата. Так, ну-ка. Прочесть. Любовь моя, хотел бы я набраться смелости и отправить это письмо. Кажется, это так просто. Бросьте его в почтовый ящик. Почему я не могу это сделать? Но однажды у меня получится, обещаю. Люблю тебя всем сердцем. Продолжаем читать записки от Ф. Круто. Чувак приехал сюда на заработки и собрался бросить свою жену. Уже который раз нам об этом... Ой, блин, мне не нравится это. Аптечка. Возьми аптечку. Не, дверь не, никак. Дверь, которая не открывается сейчас, на обратном пути имеет огромный шанс, что из нее что-то вывалится. Я не хочу, не люблю такие сюрпризы. Ой.
Ёпперс, это... Опа, привет. Фрэнсис. Возможно, это и есть Фэ. Что же мне с тобой делать? После закрытия Нивы ты умолял не увольнять тебя. Говорил, что тебе нужно немного времени. Говорил, что еще мне пригодишься. Но теперь-то я знаю, что ты пользуешься мной как отговоркой. Эти твои письма тоже отговорка. Ни одну из них ты не отправил. С семьей все хорошо. Господин Рекович, поеду домой этой весной или летом. Кому ты врешь, Фрэнк? Ладно уж, пока ты тут, я хоть присмотрю за тобой. А то ведь напьешься и замерзнешь в сугробе. Это все, что я могу для тебя сделать. Ох, старина Фрэнк. Жить ты боишься, а умирать не хочешь. Иногда мне стыдно, что я тебя использую. Но так вышло, что я нуждаюсь в любой помощи. Фрэнк. Кстати, тогда открывается такой аспект. Возможно, Фрэнк не собирался бросать свою жену. Возможно... Идите нафиг. Возможно, он каким-то образом потерял свою семью и просто уехал сюда работать, а письма пишет, ну, потому что у него осталась о них память, и таким образом он пытается справиться с потерей. Ну, то есть, это не то, что он пытается бросить свою семью, а то, что... Здравствуйте. Locked. Да понятно, ясен пень-то заперто, конечно. Чё бы ещё? О, давай... Ой, блин, сейчас скримак будет. Привет, Марианна. Выглядишь паршиво. Грубо говоря, как дерьмо ты выглядишь. Окей, согласен. Что это звук был? Ой, не надо мне таких звуков тут, пожалуйста. Это болторез? Он мне пригодился, если бы удалось его достать. Это, мелкая, помоги, пожалуйста, скинь. Ты ж там двери открываешь, предметы толкаешь. Блин, подтолкни мне эту фигню. Спасибо. То есть он мне нужен прямо сейчас, по идее, этот самый болторез. И что ты мне предлагаешь? Ну, вон он там, да, и чё? Ну? Пуляться я не могу своей силой сейчас. Ничего сделать не могу. Чтобы пройти сюда, мне как раз этот болторез и нужен. И что вы мне предлагаете? Ну, то есть это тупик. Это реально... Иди нафиг. Это реально тупик. Я не могу... А, привет, мелкая. Я же тебе говорю... О, печаль. Как ты это... Ты ее выпустила? Чтобы активировать интуицию. Скинь мне болторез, мелкая, блин, соплячка. Ну, какого фига я должен тут мучиться? Кто это ржет? Иди сюда. А, волчок. Ага, на волчок у тебя есть... Эй, подожди. Быстрее, капуша, у меня есть идея. Проучим это чудачку. Что ты хочешь сделать? Тут были какие-то дети. Понятно, это был санаторий. Ну хорошо. Это то, что я не хотела показать? А, теперь нам еще и сюда. Болторез, дай мне, пожалуйста. Кто-нибудь?
Мне сюда? А, вот, игрушка. Игрушка, кстати, прикольная. В тайне спрятался, я не виновата. Этот голос. Это печаль! Да, да, этот голос. Ну, выпусти меня. Контрол, если бы ты не сбивался, было бы просто настолько замечательно. Давай, скорей! А, ладно, теперь это имеет значение. Теперь тут есть игрушка. Я ее, кстати, заметил в первый раз, но она была неактивна. Что? Нет, все хорошо. Они где-то тут рядом. Нет, Бернард бы не стал так делать. Он хороший. Опять она сама собой болтает. Она чокнутая. Эй, не говори про нее так. Соткнись, Бернард. То есть он как бы, да, хороший, но он все равно... Если бы Control не сбивался бы сам по себе постоянно, это было бы настолько замечательно. То есть я его держу, кнопку не отпускаю, но он берет и сам по себе скипается время от времени. Ну давайте мы найдем ее труп, что ли, я не знаю. А, вот для чего мы эту штуку двигали. Угу, спасибо. Танчик. Ой, прикольный такой. Где твоя... Пш-пш-пш-пш-пш. А, вот. Тише. Она идет. Ребят, ну хватит. Тут темно. Это не смешно. Мне кажется, зря мы все это... Заткнись, Бернард. Ребята! О, дети бывают такими паршивцами. Но опять же, ребят, ну почему нас два раза гоняют по этой территории? Первый раз мы просто прошли, второй раз нас ведет это дефективное. Ну блин. Ты хочешь мне что-то показать? А, это мы смотрели. Было бы гораздо круче, если бы... Они ее заперли в шкафу, она там и сдохла? А, не. It looked back to me. Она на меня посмотрела? Она взглянула на меня. Snowdrop, huh? Снежинка, да? Почему это так знакомо звучит? А я не могу ее прологичить, то есть она у меня просто лежит. Объединить с чем? С фонарем? Вряд ли. Ну да, да. Так, вот что. Та-та-та-та-та-та-та. Странно, кот в отражении другого цвета, да и... Останьте болторез. Идите по духовному следу. Все сохранилось. Ну, это как бы здорово. Снежинка. Духовный след, кстати, исчез полностью. Давайте к зеркалу опять к тому сходим. Там, к болторезу, не знаю. Да-да-да. Когда я подошла к зеркалу, будто что-то шевельнулось в моем кармане. Я знала, что эта фигурка не просто резное дерево. Давайте без звуков, чуваки. Звуки, они мне туда... Давайте еще раз к зеркалу, я так понимаю. Я чувствую, как оно зовет меня. Давайте без говна всякого, а? Идите вы в задницу. Просто попроси мелкую гадость достать тебе болторез. Зачем ты все это делаешь?
конечно. It was the first time that это произошло со мной впервые. Почему? Я коснулась зеркала и прошла сквозь него в другой мир. А, это? Я думал, то, что ты оказалась полностью в духовной оболочке. Мы же так уже бегали от этого придурка так, ну, в прошлой серии. А, так, что это вообще за... Так. Я понимаю, что если коснусь, я опять перейду туда. Кстати, смотрите, как у разработчиков двойные стандарты. Когда у тебя сплитскрин идет, то тебе нужно, чтобы оба изображения, и духовное, и реальное, куда-то могли пройти. Когда ты вот так вот делаешь, то тебе не надо волноваться о своем реальном туловище, куда оно там ляпнется, в какую стенку упрется. Ты тупо ходишь по виртуальному миру, по этому духовному, и у тебя все хорошо. Так, мы идем наверх. Что это такое? Нет, нет, пожалуйста, мама. Болторез, дай мне. Он где-то здесь, этажом выше. Значит, я, в принципе, на правильном пути. А там что? Что с ним произошло? I know you. Погоди, я тебя знаю. You were that boy. Ты же тот мальчик, Бернард, так? Bernard, was it? А как ты узнала об этом? Он застрял там, как и я. Я знала его имя, но почему-то все равно не могла помочь ему уйти. Это будто какой-то части не хватало. Тебе нужно туда что-то вставить, как бы это плохо не звучало, да? Изгоните душу Бернарда. Изгоните душу Бернарда. Да, давайте без этого. All these people, все эти люди, их не просто убили. Их души были разорваны в клочья. Разорваны так, что не собрать. Там что-то какая-то... Может, я смогу найти, что принадлежит Бернарду? Надо осмотреться. Привет. С этим я себя чувствую явно лучше. А это тоже зеркало или... Погодите, я не хочу пока на зеркало нажимать. Вот эту штуку... Я ее смогу разрезать, да? Hey, вот где этот болторез. Я же говорил, что он так близко, и притом так далеко. Так. Чертов болторез. Я их сейчас... Я-то их выпущу, мне нужно будет сразу щит врубать. Да ну едь уже вниз, блин, вот это отвратительно работает. Мне мышкой нужно провести 100-500 раз, оно так медленно, туго режет. Или нужно очень медленно вести мышкой, короче, не знаю. Да ну разрежь уже! Погодите, нужно... Ну-ка, подзаряди. Та-ра-та-та-та-та-та. Burn, you little fucks. Сгорите, мелкие ублюдки. А, я их прогнал. И то хорошо, идем еще подзарядимся. Тут, ну не знаю, я себя неуютно чувствую, когда мне не хватает энергии. То есть, да, я их могу щитом, получается, просто прогнать.
Опять же, из-за такого угла камеры я нифига не понимаю. Это же твоя вещь, нет? Не так ли, Бернард? Давай-ка мы тебе ее вернем. Фига себе. Получается, Бернарда тоже здесь укокошили вместе со всеми. Не, ну то такая нормальная. Заходишь, тут, блин, просто миллионы разных душ, лиц и всякого такого. О, Бернард, это твое. Давай-ка мы тебе это вернем. Я забыл, кстати, опять смотреть на это, ну ладно. На свою морду обратно и вали отсюда. Жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Пора тебе отвести покой, Бернард. Бернард. Спасибо. Давай, вали отсюда. Опа. Похоже на ту, с помощью которой я прошла сквозь зеркало. Ощущается так же. А, погодите, может я и не смог бы вернуться сквозь зеркало обратно без этого КТ? А это было бы логично. Ну... А! Stay with me. Stay. Я почему-то знал сразу, что мне нужно делать. Ну, как бы это логично, что я это знал, но... Там в том мире эта фигня со мной будет гоняться. Идите за задницу, знаете. Так, нет, да протиснуться. Погодите, здесь что-нибудь интересненькое есть? Кроме зеркала, из которого в любой момент... Нет, он не может за мной выскочить. Он не может за мной выскочить. Он лошара. Ладно. Пролазь. Я чувствую твою дрожь. Твой трепет. Что? Нет, нет, нет! Офига ли ты в моем-то мире делаешь? Какого фига? Как? Просто поверить не могла. Эта тварь умела путешествовать между мирами. От нее не сбежать. А в самом-то деле ты что в моем мире-то делаешь? Ты, блин, недоносок. Че до сих пор крадусь? Да, блин, встань. Чертов полторез. Так, ну, оно же типа ушло, все. Смотровая. Посмотровая на что? Вот тут есть какой-то... Отлично, еще одно зеркало. Выяснились новые детали. Ситуация куда сложнее, чем мы думали. Нет времени объяснять. Полный отчет будет, когда я вернусь. Доверьтесь мне, товарищ. Скрупулезная работа, товарищ. Ага. Ну, тут я не пройду, да? Должен быть способ до него добраться. Ладно. Открой дверь. Если эта мелкая тварь такая... Мне что, придется заставлять вот этого бугая выламывать мне тут решетку, что... Ой, блин, ну, не, ну давайте. Повернись. Так, что за дверка? Погодите. Locked. Да понятно. Уйди. Я не хочу туда идти так-то, по-хорошему. Ну, хотя, с другой стороны, эта штука за мной и здесь дотягивается. Нет, убирайся, убирайся.
Не подходи. Нет, тут есть еще. Что они с вами сделали? Так. Разорванная на части. Как Бернард. Так, это мне нужно будет сейчас челюсти искать ваши, да? Ни имени, ни лиц. Как им помочь? Или может не... Сейчас, блин. Изгоните души. Ну, блин, игра. Ну, прекрати. Это называется однообразие. Не делай такого, пожалуйста. Я что-то так-то и бегать тут больше не хочу. Темно. Спасибо. Я это и без тебя уже понял, что темно. Сюда я не могу пройти, не могу. Я могу наверх сходить. Наверху у нас будет... Она сама перестала красться, а тут она начала красться. То есть я сейчас ничего не нажимал. Мне сейчас нужно вот эти две морды отсюда изгнать, да, получается? Нет, стойте, что? Так, это твое лицо. Это твое лицо, иди сюда. Я, наверное, их буду... Вот она. Ну, вот где он умер. Так, осталось его имя. Видеть бы место с той стороны. А, привет, руки. Фига себе, тут лабиринтов-то. Воу-воу! Как будто на веселых горках, серьезно. Не как будто куча трупов, а... Какой-то зал заседаний. Тут у нас пша-пша-пша есть. Мне пора, скоро еще с голосования. Знаешь, как говорится, не пришел заранее, считай, опоздал. Не, прямо сейчас. Я слышу, как они собираются в другом конце коридора. А, сообщу, как все прошло. Этот голос. Это человек. That's the guy, это круто. А как его звать, этого Гая? Юлия, Цезаря. Так. Ты у нас, значит, какой-то политический деятель был. Ну, как бы, с чего ли мне помогать политическим деятелям? Ну, ладно. Могу? А, конечно, два раза. Да-да-да, там начало подсвечиваться, что мне сюда, это я уже заметил. Бумажка. В бумажке будет имя этого товарища, да? Список участников. Имя, которое я должно быть на этой странице. Но какое из них? Барыка Вальдемар, зачеркнуто отсутствует. Лютек Антоний, зачеркнуто отсутствует. Они собираются. Не пришел заранее, значит опоздал. Он или барыка, или лютик. Так? Так. Логично. Ноль семь. И чё? Ноль пять. Ну, блин, я крайне рад этому. И чё? Девять. Теперь все понятно. О, тут есть пшепша еще одна, ну-ка. Так. О, как они могли посадить меня напротив Бориса? Мне плевать, чей он племянник, он ублюдок и шовинист. И всегда опаздывает. Напротив Бориса. Он всегда опаздывает.
4, 1, 2. Список. А, ну-ка еще раз, кто у нас там? Борис? Артур, Николас, Вальдемар, Ян, Железяка Борис отсутствует. А, присутствует. Как не могли посадить меня напротив Бориса? 9. А кто там был напротив 9? 9 это у нас было крайнее. Значит, напротив 9 у нас 4. А 4 это у нас... Николас. И чё? Ну, Николас против напротив Бориса сидел. Мне теперь... Ну, тут сидел этот чувак, который постоянно опаздывает, да? Да. Как мне напротив Бориса? I don't care whose nephew he is. He's just a sexist and late, as always. И всегда опаздывает. Ну, круто. Хорошо. Что у нас там по заданию? Попадите в комнату отдыха, достаньте болтерез и загоните души других жертв. Ну, по идее, мы узнали какие-то что-то где-то. Ну и чё? Это не все? Мне предлагают опять сюда идти. Или это просто молния? Или я что-то не... Тут есть стулья. Тут есть пепельница. Тут есть список. Музыка, успокойся, блин, не нагнетай. Все, хорош. Я узнал, кто он, не узнал? I gotta go. The voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hall. Yeah. Это вроде он же, нет? Ну-ка. Да музыка, хорош, прекрати. Я хочу послушать, голос тот же или не тот же. Как они могли посадить меня напротив Бориса? Он всегда опаздывает, да, вот это вот? I can't believe they sat me across from Boris. I don't care who's nephew. Так, хорошо. Значит, мы выяснили, что Борис у нас сидел... я не могу отсюда... А, могу, хорошо. Мы выяснили, что Борис у нас сидел... Он тут единственный Борис. Сидел он на 9-м. Напротив 9-го у нас находится Николас. Овчарок Николас. Ну да. Все, хорошо, валим тогда отсюда. Судя по тому, кстати, что музыка стригерилась, то я все-таки узнал то, что мне нужно было. Так. Оно тут будет, не будет? Я не хочу постоянно под давлением ходить и... Давайте... Да и вообще, кстати, нам пора бы, наверное, серию-то заканчивать. Тут, кстати, ничего такого не будет. Ладно, это будет один персонаж, а второго-то нам как...
Давайте без странных звуков. А, да, тут нет двери, я забыл. Я себя тут неуютно чувствую, но с другой стороны, эта атмосфера и была создана для того, чтобы я себя неуютно тут чувствовал. Все, чувак, ты свободен. Ты у нас... Николас. Николас. Спасибо, госпожа. Теперь твоя очередь. Займемся делом. А сохранение, интересно, прошло или нет? Так, ну давайте посмотрим, куда он нас ведет. Тут у нас есть всякие... плохая сиделочка. Плохая считалочка. Тут ничего, по крайней мере, в этом мире. Ну, намек я понял, да. Значит, нужно... Посмотрим здесь. Вот так. А, вот и ключик. Я не помню. Интересно, был он тут в прошлый раз или нет? Да, да, сюда ключик. Проходим. Не задерживаемся. Я думал, это вход в кабинет. Это выход, наоборот. Тут он вход еще в одно зеркало. Но это, видимо... Я тут не пройду, понятно. Давай лезем. Тут я смогу протиснуться чуток. Чуть-чуть. Капелечку. А почему там такой же был уступ, по-моему, в реальном мире? Почему ты там не смогла пройти? Блин, ну не знаю. Да, повернись. Так, кстати, сила у меня заряжена на полную. Да, сила у меня заряжена на полную. Давай тогда. Я просто убеждаюсь время от времени. О, прошло сохранение. Знаете что, ребятушки, давайте тогда в самом деле. Прошло сохранение, тогда продолжим уже в следующей серии. Я думаю, что после второго освобожденной души, после второго освобожденной, да, будет какой-то триггер, сработает какой-то скрипт, нам придется или щемать, или ломить, или еще что-нибудь. Так что давайте на этом пока что заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.